Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Что ты робишь? Да? Будем все траться снимать. Меня забрали телефон. Аршавир! Да что ж такое, что с этим? Да я так и сделала. Игорь, печали. У меня два. Игорь, зайди на мою трансу. Аршавир, поделись. Не там. Крис-кросс. Крис-кросс. Нет, нет, нет. Ну, пожалуйста. Маша дура. Да, вот так заходи. Ой, Игорь жирный. Здрасте. Крейс, ну ты не понимаешь, что я снимаю, а не ты. Мой глаз. Что с этим светом не так? Скажи мне, кто это? Нет, пожалуйста, пожалуйста. Кто это? Кто это? Игорь, ну ты дурак. Отдай. Игорь, ну пожалуйста. Игорь, ну пожалуйста, не делай. Ладно, я буду писать. Спасибо. Кто это? Не можешь сказать? Это яйцо Фаберже. Да кто это? Это... Я не могу сейчас сказать, кто это. Дай посмотреть. Ну, дай телефон. Это самый разный идиот. Потому что я Маша, и я дура. Ты подписала Маша дура? Да. Она сама подписывала себя дурой. Крис-кросс, крис-кросс, Merry Christmas, I give my heart, but the very next day, I give it away, since now. Ладно. Нормально, что так буду ходить? Да. Игорь. Игорь завис. Теперь сидишь. А главное, он на меня орёт, когда я трансляцию снимаю, а сам себе как трансляцию смотрит. Пандора. А я поебала всю Пандору. Мне, я вся в Пандоре. Знаете, что мне Богдан подарил сейчас? Пандор. Ну, стой. Где? Даша, она не уменьшается. О. Вот так. Ты меня душишь. Шугаю. Долго-долго, чтобы больше не было больно-больно, одиноко ты меня близко-близко, чтобы не было я твоей сосиской. Какая смешная. Игорь забрал телефон. Вот почему. Кто это? Мэри. Чем? Вернее, это ты это ты смотришь это. Ты смотришь или ты сейчас повтор, прямо? Повтор, повтор, повтор. А, ну... Ты меня даст. Ну да, что ты, пожалуйста. Прямой повтор? Не за что. Ну переключи. Вот. В другую сторону. Ты вот. Ну ее не видно. Вот. Привет. Чем я похожа? Я вообще не похожа. Привет. Ку-ку. Ку-ку. Ну вот. Он такой сидит. Что там? В караоке на Майдане. Пошли в караоке. Я завтра с Аней пойду в караоке. Пошли с нами в караоке. Чего лошадка? А ты иди на гору. Ты слышишь? У меня завтра английский в 6 ночи. Вечером. Крис-кросс. Тут крис-кросс. Караоке хочу. Пойду с Аней в караоке. Я
пальцы кривые, все уже знают. А у меня ровные. Южо. Высуни языки. Ну высуни. Палец нормально уже? В жопу. Не в попу. Что со Светом? Беда. Со Светом. Иди чё в жопу, нормальные пальцы. Ну чё, кривоват. Зато ты моя изюминка. Да я ровное выдержу, если кто не знает. Игорь, дай свой палец. Нормально, ну. А что он бедоник какой-то? Бедоник. У меня ровный. Сарделька. А что вообще какой-то? У меня палец. Так у меня все такие. У меня такой мизинец ровный. И то нет. У меня мизинец кривой. Это ровный. Вот еще. Фак. Что такое? Он фоткает мои руки. Денис, фонит, угорает. Как так? Чего он угорает, расскажи? Он фоткает мою руку. Смаш, это он. Вот он. Смаш, он в панчиках угорает. Пиздец. Дурачок. Дурачок. Смотри, козел какой. Что сделал? Не угорай, Смаш, не в панчиках. Давай. Только я могу угорать с машинных пальцев. Ровный. И он. А ты не можешь. Он не ровный. Все, я позорься. А знаешь, что у меня сейчас телефон тянет? Слушай, давай потом пойдем. Потом пойдем. Ты меня слышишь? Опа-на! Я не куда знаю. Мы пойдем? Я не знаю, куда мы. Пока ты не вредишь. Я не знаю, что там делать. Нет, что там вредишь, что там делать? Не хочу, я не люблю. А я люблю. Но не люблю, но это нормально. А это Таршавир. Помоги мне придумать желание Гринчаку. Желание Гринчаку придумай. Не, чё. Ну, он мне должен желание, а я ему. Всё, у меня грипп. Я умираю.